Заканчивается 2012 год. Этот год был для нас, для всех, очень красочным, ярким, богатым на события. В этом году мы подняли один из наших Ил-14, пингвин, который сейчас за моей спиной. Совершили перелет с Камчатки, а также достаточно сильно продвинулись по голубой мечте, по работе. Нам потребовался год, чтобы его после 10-летней стоянки вернуть в небо. Самолет подняли, перегнали на аэродром Ступино. И сейчас мы его готовим к вводу в интенсивную эксплуатацию. Планируем легализацию в следующем году этого самолета и обеспечение его эксплуатации. Ну, планы были, конечно, хотелось все быстрее и больше. Хотели летом поднять смогли только осенью его. Хотели легализовать быстрее, но с этим тоже возникли трудности. В первую очередь несовершенство законодательства и проблемы с Росавиацией, которые требуют большие суммы денег для его легализации, если идти обычным путем. Ну, я надеюсь, что в 2013 году мы сможем его легализовать и совершать полет официально. По голубой мечте, по Тушинскому нашему Ил-14, в этом году были запущены оба мотора. На одном моторе выявлен гидроудар. Мотор был снят. Достали два новых мотора. И сейчас идет подготовка к установке нового мотора. Также мы переехали на новое место на Тушинском аэродроме. Надеюсь, что в 2013 году будут установлены новые двигатели, завершены работы по ремонту коррозионных мест на планере самолета, вот, переклепки. И самолет потихонечку будем готовить уже к вывозу с аэродрома Тушинского. Также командой фактически была подготовка. Осуществлен был перелет с Камчатки на Цесне. Подготовка к этому перелету тоже, это командная была работа. Надеюсь, что в 2013 году также будут перелеты уже на Ил-14, на Пингвине. Есть ряд проектов, как хотелось бы слетать и на новую землю, и на в Уфу слетать на слет СЛА. Хотелось бы поблагодарить всю команду, всех ребят, кто участвовал, кто принимал участие и принимает участие в восстановлении этих самолетов и в работе. Надеюсь, что в 2013 году мы все вместе пойдем дальше и уже будем фактически формировать экипажи, готовить, учиться эксплуатировать эти самолеты. Хотел бы всех ребят, всех друзей наших, помощников, кто с нами работает, кто нам помогает издалека всем, чем может, и информацией, и деньгами, и железками, и просто даже добрым словом, всех поздравить, наших друзей, всех поздравить с Новым годом. Вот, пожелать реализации всех планов, здоровья, счастья, любви. Ну и чтобы люди были действительно счастливы. Это в первую очередь, наверное.